что мы с вами продолжаем наши добрые отношения. В Казахстан. Это мы оцениваем как знак большого доверия и уважения между нашими странами. Коллеги, действительно так складывается, что вот нынешний свой первый визит в качестве председателя правительства Российской Федерации я наношу в дружественный Казахстан. Мне кажется, в этом есть символ тех успехов, которые наше сотрудничество достигло за последние годы. Вот, и в то же время, в общем, есть и вполне объективные причины, по которым я именно так поступил. Проценты на треть, и связано это как с активизацией в целом торгово-экономического оборота, так и с теми интеграционными процессами, которые происходят между... Спасибо большое.